Добрый день, уважаемые друзья и партнеры. С вами, как всегда, Станислав Томашунас. И сегодня мы будем говорить о EO-боте, непосредственно той важной информации, которую должен владеть как и новичок, так и партнер, который давно работает. На что надо обратить внимание в текущий момент. Как вы все знаете, скрипт EO-бота зарабатывает нам в неограниченном количестве любые криптовалюты, которые есть в этой программе, в этом скрипте. И также мы их можем с вами в любой момент обналичить, перевести в реальные деньги, в доллары, в рубли, в юани, в любую валюту и перевести себе на карту. Здесь мы можем с вами зарабатывать как с командой, так и без команды, что привлекательно для этого бизнеса. Есть два фактора, как для любого бизнеса, это время и усилия. То есть, если вы приложите больше усилий и построите свою команду, будете получать с нее 1% от намайненных валют ваших партнеров, тогда у вас, конечно, времени уйдет меньше. То есть, вы приложили усилия, время сокращается выхода на те заработки, на которые вы планируете. Либо же, если вы работаете без команды, работаете на своих деньгах, соответственно, у вас уйдет немножко побольше времени на то, чтобы развить ваши скрипты, сделать их надлежащего объема. И как это сделать, я все это рассказывал в предыдущих видео. Итак, мы сейчас перейдем к самому важному, наверное, моменту. Итак, давайте посмотрим возможность покупки облака. Ну, чтобы облако работало, его надо приобрести. Выбора два у нас. Мы можем приобретать криптовалютами. Как это делать, я уже показывал в предыдущем видео. Либо выбор PayPal. Но обратите внимание, что на данный момент PayPal изменил условия возврата денежных средств людям. То есть, если вдруг бизнес кому-то не понравился, и, соответственно, человек может подать резолюцию в PayPal и вернуть свои деньги назад. Поэтому компания обезопасила, конечно, себя, EO-бот обезопасил себя и также изменил политику выплаты, так как PayPal сейчас на данный момент после оплаты вы можете в течение 180 дней, если вам не понравился товар, если вы не получили товар, подаете резолюцию и возвращаются ваши денежки. Соответственно, в интернете очень много мошенников, которые могут купить те же самые размеры облака, накачать себе валюты, вывести эту валюту и потом подать резолюцию, что товар их не устроил и что они хотят вернуть деньги. PayPal вернет людям деньги и компания просто-напросто останется, как говорится, обманут компанию. Такие люди есть, к сожалению, поэтому компания также при вводе платежей с платежной системы PayPal ограничила время вывода до 180 дней, а это ни много ни мало, это полгода. Один вопрос, если вы входите с небольшой суммой и планируете долго развиваться и там через полгода где-то только начать выводить свои денежные средства, то в таком случае можно вводить PayPal. Но что я советую? Самый простой вариант для того, чтобы у вас не было такого значка ограничения вывода средств, вот когда вы будете выводить, если вы вводили PayPal, у вас будет бежать такая строчка, да, что вывод определенного числа у вас только будет открыт, а на данный момент он просто не работает. Что надо сделать для того, чтобы миновать этот барьер? Если вы хотите приобрести, у вас есть наличные, у вас нету криптовалют, предположим, вы их еще немного зарабатываете, но вы хотите прикупить эти облака, используя денежные средства. Значит, что мы можем сделать? Мы будем покупать также с вами криптовалютами. Криптовалютами, просто нам сюда их надо с вами добавить. Каким образом? Я уже в одном из видеороликов показывал биржу, на которой мы можем с вами зарегистрироваться, войти туда. Биржа называется ЭХМО. Здесь производятся торги и обмен самых популярных криптовалют. Биткоин, лайткоин, Dogecoin, Virtocoin и тому подобное. Что здесь надо сделать? Нам надо воспользоваться с вами обменом. Но перед тем, как делать обмен, нам с вами надо ввести денежные средства на свой кошелек. Итак, заходим в раздел «Кошелек». Предположим, у нас есть там доллары или рубли. Ну вот у меня на данный момент есть доллары. Сначала я должен пополнить свой кошелек.
Пополните мне показывает методы, какими я могу ввести сюда деньги. Это Perfect Money система, это OkPay, либо банковский трансфер, wire transfer. Сначала я веду с УП. Так. Давайте введем $20. Итак, минимальная сумма пополнения $1, максимальная $100. А дальше нажимаем «Пополнить баланс». Ну, соответственно, побеспокойтесь, чтобы предварительно на системе Perfect Money у вас были деньги. Итак, мы видим платежное поручение. Сумма $20. Оплатить со счета Perfect Money. Сделать платеж нажимаем. Примечание можно не вводить. Вводим свой номер, вводим свой пароль. Вводим капчу. Посмотреть платеж. Все замечательно. И делаем подтверждение этого платежа. Замечательно. Оплата со счета, оплата на счет. Сумма $20, оплата прошла успешно, продолжить. Вот деньги сразу появились у нас на балансе. Давайте сейчас попробуем пополнить еще другой платежной системой. Я возьму OkPay и поставлю здесь, ну, предположим, давайте $17 поставлю. Пополнить баланс. OkPay. Скрыть подробности. Так. Оплатить. Источник средств. Выбираем тот кошелек, на котором у вас есть деньги, необходимая сумма. Нажимаем продолжить. Подтвердить. Оплата прошла успешно. Операция была проведена. Вам на почту отправлена квитанция о совершенной оплате. Перейдите в ваш счет для просмотра подробных сведений о платеже. То есть, ну, в принципе, это не обязательно. Снова открываем платежную нашу систему обмена денег на биткоины. Видим, что нам еще добавилась сумма. С учетом, конечно, комиссии. То есть 20 и 17 мы с вами переводили. Вот у нас на балансе 36,83. Что нам надо дальше сделать? Дальше мы меняем на ту валюту, которая нам более выгодна. Но предварительно давайте посмотрим курсы валют. На бирже, на торгах нам даются меньший и больший курс. Покупаете вы всегда по более высокому курсу, продаете по более низкому. Это правила биржевой торговли. И они, в принципе, применяются для всех валют, для всех котировок валют. Поэтому смотрим более выгодный курс. Конечно, курс биткоина здесь повыше. Вот, но Dogecoin за доллар, я думаю, будет в самый раз. Итак, мы меняем доллары на Доджи коины. Так, у нас есть 36,83. 36,83. Так, и мы с вами получаем 82 335 с копейками Доджи коинов. И делаем с вами обмен. Заявка успешно создана. Смотрим в информации. Вот. Так. И дальше смотрим.
Ага. В разделе «Мой баланс» в Doge кошельке мы видим с вами отобразились эти доги. Так, идем в кошелек и видим у нас сумму начисления наших Dogecoin. Можем это все скопировать. И теперь нам надо это перевести на наш аккаунт EOBOT. Таким образом, мы не вводим с вами через систему PayPal, а вводим с вами непосредственно из с криптовалют. Нажимаем «Вывести». Ставим адрес кошелька, сумму вывода. Адрес кошелька в данном случае я буду переводить своему партнеру эти доджи. На раскрутку, как говорится, его кошелек я беру в разделе «Депозит». Вот этот кошелечек. Ставлю этот адрес. И нажимаем «Вывести доджи». Заявка на вывод успешно создана. Дальнейшие инструкции высланы на e-mail. Замечательно. Переходим на наш e-mail. И ждем, когда нам придет письмо непосредственно от Эксмо. Это успешный вход на сайт. Это не то у нас письмо было. Итак, буквально прошло полминуты, минута, пришло письмо, подтверждение вывода средств, кошелек, на который мы выводим, здесь мы указали кошелек в EOBOT. И для подтверждения вывода средств перейдите по следующей ссылке. Мы нажимаем эту ссылку. Задание на вывод средств определенного количества доджикоинов подтверждено. Теперь нам остается только ждать. Вот партнер теперь будет ожидать, пока ему поступят доджи на счет. И дальше с них он уже может приобрести облако. Все очень просто. И в разделе WinDraw у этого партнера в таком случае не появится никаких ограничений по выводу. В данном случае мы так уже делали. И никаких ограничений по выводу нет. Все замечательно, все очень просто. Поэтому, уважаемые партнеры, работайте. Добавляйтесь в Skype, где вы будете добавлены в командные чаты. Добавляйтесь, ставьте лайки под видео, если вам понравилась эта инструкция. Заходите почаще на информационные порталы о биткоинах, ищите информацию, информации много, и зарабатывайте, зарабатывайте, зарабатывайте столько, сколько вам необходимо. Спасибо за внимание. С вами был Станислав Томашумс.